События в Сирии до конца недели должны будут обсудить российские и американские дипломаты. Как сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова, сейчас решается, в каком формате, где и в какой день пройдет встреча. Уточняется и состав делегации. Москва при этом всячески подчеркивает свою готовность к любому диалогу и не выдвигает никаких дополнительных условий. Добавлю, инициатива проведения переговоров исходила от Соединенных Штатов.